это железная дорога Барнаул-Кулунда. Так, до конца снимай. Куда не пойдем? Я никогда здесь не был. Просто я не знаю. Мы пришли! Да, вон она труба. Помните, они там бегали? Я понял. Туда обратно, туда обратно. Ладно. Куда вот кружки складываете? Легко. Да по-быстрому, никуда дальше. Кружки складываете. Слушайте внимательно инструкцию. Мы пришли к железнодорожному подкопу. Это вода течет здесь. Вот по ним разрешается бегать и кричать, сколько вам влезет в трубе. Ну давайте поучимся маленько кричать. Как собака гавкает? Ой, страшно как. Ой, как бы не укусили. А кошка как? Кошка, только еще раз. А ладно. А корова как звучит? Овечка как? А ворона как? А ласточка? Вот маленечко не так. А как волк воет? Еще раз я покажу немножко как. Это Тарзан. Так, лошадь как кричит? Вот здесь вы можете кричать. Я разговариваю, никуда не отвлекайся. Что ты разболтанный-то на такой же? В данном то сейчас ты на уроке находишься. Вот тебе надо смотреть. Сейчас говорю, смотри туда, ты повернешься туда. Вот это поезд. Его где-то в 53-м году, кажется, пустили. И вот где там есть пруды, которые помогли люди, которые здесь работали. Колхоз выделял для них там мясо, все. Они жили у нас на квартире шофера, я это хорошо помню. И вот что интересно, ну я учусь в 5-м классе. Все видят, что машины идут, никому нужны нету. Я сажусь у окна и все номера записываю весь день. Сколько раз какая машина проходит. Зачем мне это? Понятия не имею. Но я всегда все фиксировал. Со мной рядом брат, там сестра, никому дела до этого нет. Что он еще попало делает? А это все время давало мне, вот, чтобы не ржавел мозг. Понимаете? Никто не заставлял, я не знал, что учет этот нужно вести. Постоянно. Сколько гусей пролетело, я посчитаю и запишу себе. Какая погода, каждый день погоду записывал. Фенологические наблюдения. Для тумана, помню, у меня было клеточки и дождик, значит, ну, сам придумал это. Это в человеке заложено. Тебе это никто не даст, а ты выпроси это у Бога. Вот мы вас привели сюда, никто нас не заставлял идти сюда. Вы сейчас зайдете туда, друг друга не задевать. Ваня, тебя что-то тошнит уже? Да нет, что-то кашляюсь. Друг друга не задевать. Давайте повторим. Друг друга не задевать. Не бросать ничем. Не бросать ничем. Ну, однако, сейчас пойдете, у вас как раз это будет. Там ты можешь кричать. Там не задерживаться. Там не задерживаться. На железную дорогу не подниматься. Вперед. Потихоньку. Голову не расшибите. Вот теперь слушай, что там будет. Иди туда, записывай рядом. Давай. Ноги, это не ходи, это ломай, стой. Поэтому, не
только туда ходить. Только туда и обратно. Зачем обратно идете? Туда и обратно. Давайте, кричите. Туда и обратно, по-другому. Давай, Никита. Куда вы? Куда вы? Только туда, по-другому обратно. Ну давай, иди. Иди. Давайте я посмотрю. Сейчас. Давай. Вот она где. Давай выходи с дороги, Василиса. Ну что, набегались? Давай еще раз. Ну, наверное, я бы пошел, когда позвоночник позволил. Держи, чтобы оба было видно. Это, понимаете, это пришло. А мы не смущаем это. Чудо! Оба это отверстие показывают. Оба. Все, я не могу ходить. Я так уж и понял, что все время так бежать. Ну хорошо, беги. Сейчас я отдохну. Идите, идите, сейчас пойдем домой. Ты держись ближе к учителям. Иди еще травинки, иди. Совершенно развеян. Нет, сэр, сюда иди. Мы сейчас посмотрим. Посмотрите, вот это вот распахано, для чего земля. Можно? Можно? А это, погоди, пожар, чтобы пожар слез и не накинулся на линию. Поняли, нет?
Это противопожарное. Если пожар здесь бросят, загорится эта курка, чтобы дальше не пошло. Здесь не стали пахать, потому что иначе вымоет землю. Теперь я иду впереди, вот где, видите, там пашут. Там есть яма, откуда брали землю для этого, этой линии. Давай. В этой яме были ягоды. Если ягод нет, прямой наводкой идем домой. Понятно? Да. Серёг, идите. Так, как это бросило? Одежа, ща. Одежа, ща. Ща, одежа, одежа, ща. Ну, простяпа, иди. Это ща. Вот это ща. На. Если бы она слушала, она была бы другой. Она не слышит. Здесь все сказывается. Главное — это происхождение. И просто человек назначен для другого. И мы пытаемся из нее что-то сделать. А уж что получится. Так. Ну все, смотри, как идут. До ямы дойди.